В соцсетях появилось детальное видео падения женщины с 9 этажа в городе Южном 30 марта. Женщина пыталась спастись от пожара в собственной квартире. Она ухватилась руками за балкон, а ногами стояла на соседском навесе этажом ниже. По словам очевидцев, женщине не хватило силы держаться после того, как опора под ногами сломалась. Те же очевидцы утверждают, что в таком положении ей пришлось очень долго ждать спасателей. На кадрах слышно, как местные поддерживали ее и просили держаться. Однако навес раскололся, спасатели не успели поднять лестницу. Женщина погибла от падения. В день трагедии сообщалось, что около часа дня пожар потушили, а огонь охватил лишь один квадратный метр. Все обстоятельства происшествия выясняются.